Даже если у вас нет автомобиля, вы прекрасно знаете, что происходит с ценами на бензин. Потому что даже если в вашем доме из всех машин есть стиральная, даже если в вашем доме нет вовсе никаких машин, то цена на бензин, не волнуйтесь, вас догонит. По крайней мере, такова распространенная точка зрения. Зато у нас сегодня в гостях человек, который имеет нераспространенную точку зрения, ибо является профессиональным экспертом, замначальника управления по топливно-энергетическому комплексу аналитического центра при правительстве России, Александр Амирогян. Здравствуйте. Весь жанр нашего сегодняшнего разговора полностью описан в анекдоте про двух брокеров. Да, когда рушатся цены, один говорит: слушай, что происходит? Сейчас я тебе все объясню. Объяснить я сам могу, что происходит.